Мотор. Ну, вообще, добрый день всем, кто смотрит распаковки с Алиэкспресс. Очередная посылка. Добрый день, добрый вечер. Доброе время суток. Так, вот очередная посылочка у нас. Это у нас, это у нас пришел датчик, лампочками датчики. Повесить над порогом. Вот такая вот штуковинка. Вот такая вот штуковинка. Тут инструкция. Шурупчики. Инструкция. На английском. И какой-то сертификат. Паспорт. Ну, видать, хороший, качественный. Вот над порогом повешу вот так вот, эти два провода плюс-минус. И будет включаться дневного цвета лампочка. Ну, сейчас все дневного цвета, потому что те накаливания слишком накаливания большого. Ну, тут непонятно, конечно. Тут шурупы. А зачем шурупы? А, ну это сделано для гипсокартона. Это не нужно. Это для установки не нужно. В общем, такая вот. Вышел, зажглась. Погорела там сколько-то времени. И перестала. Таймер есть. И чувствительность. Тропа. Сантиметра, 140 градусов обхват. 3-4 метра, 149, 1-12 метров. Ну все, вот такая вот штуковинка. Все, подписывайтесь, смотрите, что будет дальше. Всем пока.